Уже 2 года актер Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии. Знаменитость работает в швейной мастерской, соблюдает строгие правила и ничем особым не выделяется. Правда, приятели артиста уверены, его должна настичь совершенно другая участь. С друзьями актер не видится, предпочитает принимать гостинцы и общаться с ними через письма. Однако они не упускают шанса выразить свое мнение, причем не всегда говорят то, что хотел бы услышать их товарищ. Актер Иван Охлобыстин признался, что заставил бы своего друга отрабатывать положенное наказание, но в месте, где он приносил бы пользу. «Если бы была возможность, понимая всю тяжесть совершенного, часть срока, я бы заставил Михаила Олеговича отрабатывать в театре. Он прекрасный режиссер», — рассказал актер.